Приветствую всех. Хочу с вами поделиться своей работой. Вот такие вот замечательные волки я рисовала на заказ акриловыми красками. Холст на подрамнике. Я просто в восторге от результата. Да, это долгая и кропотливая работа, но я получила просто удовольствие, создавая вот такую картину, вот такие вот замечательные волки. За все свое время творчества, художества я уже рисую третьи волки по счету. И вот эта версия, мне показалась она более такой класснющей, более такой сочной. Вообще такая прелестная, они мне так нравятся вообще. И каждая, да, работа каждой волки мне получались тоже прекрасно. Ну да, кто ж похвалит себя, как не я сама себя. Вот, и, конечно, они отличались тем где-то фоном, где-то красками, вот тенями, есть отличия. И в этих волках мне понравилось то, что вот, цветовая гамма, а именно вот это, где блики от луны, я делала под краской неаполитановая телесная. И сочетание, вот где теневая зона у волков, это была синяя королевская краска. И оно дало такой мне, на мой взгляд, очень прекрасный результат. Очень классное сочетание. Мне очень понравилось вот это сочетание телесного и вот этого синего королевского в теневой зоне волков. А вам как? Что вы скажете? Мне очень понравилось такое сочетание. А посмотрите на эти глаза. Это же вообще. И что характерно, у этого волка его взгляд, его выражение глаз, цвет глаз, это просто что-то с чем-то. Камера не совсем передает живую. Мне кажется, все-таки они намного лучше выглядят. И как картину ты бы ни поставил, такое ощущение, что волк смотрит на тебя, он за тобой наблюдает. Смотрите. Вообще просто превосходная работа. Кто молодец? Я молодец. Кто молодец? Я молодец. Классный результат. Я очень довольна. Конечно, я молодец, но... Сам процесс, я снимала тоже написание этой картины, но так как картина писалась долго, еще раз повторюсь, это длительный процесс и очень кропотливый, так как нужно делать подложку, подмалевок, несколько слоев фона и написать эскиз на холсте волков, сделать подмалевок, скажем так, подложку, основу для рисунка. Это черная краска, потом серая краска, потом это тоже несколько слоев, а потом уже каждый волосок по отдельности прорисовывать кисточкой. То есть, чтобы вы понимали, это очень трудоемкий процесс, и делалось несколько видео, и так получилось, что эти файлы пока как-то каким-то образом испортились. То есть видео было повреждено. Если у меня получится восстановить, то обязательно я выложу сам процесс написания волков. А пока я делюсь с вами вот результатом. Естественно, я покрыла картину несколько слоев лака, чтобы можно было картину и защитить от внешних факторов, от пыли той же, от воды, влаги, и чтобы был просто уход за ней. Это едва влажная, можно сухой тряпочкой вытирать по надобности от пыли. И эту картину я подписала. Вот, я стала ставить подписи на своих картинах. Подпись... Я стала ставить контуром. Это универсальный контур, который рисуют как и на холстах, на дереве, на керамике. И ним так, у него тоненький носик, и легко можно поставить свою подпись. Ну вот, в принципе, сам
вот этот контур золотой краски. Ну вот этот контур, он универсальный, я и также бокальчики разрисовала. Видео еще, кстати, будут. Будут видео, и я думаю, что много будет видео по написанию по стеклу. Да, как я делаю, вот это витражный стиль, роспись бокалов, кружечек, стаканчиков, тарелочек. Это тоже будут видео на моем канале, где вы сможете наблюдать, смотреть и подсмотреть для себя какие-то идеи и обучаться. Ну и делиться с вами своими работами, показывать свои работы. И очень хочется от вас обратной связи, как вам картина, как вообще мои работы и то, что я делаю, нравится ли это людям. Также внизу под видео в описании я оставлю ссылочки на свои плейлисты, на свое творчество, художество, про картины, рисование по тканям, краски про ткани, новогодние поделки и как научиться рисовать, ну и всякие мои вот эти рукоблудничества. Вот. Ну, в принципе, вот и все. Про картину я рассказала, поделилась с вами. Напишите обязательно, как вам такие волки. По феншую это очень хорошая картина, особенно для пары, для семьи, для отношения. Для одиночек это человек должен найти себе пару. И у меня был такой случай, я рисовала первую свою картину «Волки» для одной девочки, она заказала, что она вот как раз вычитала информацию, что по феншую картина с волками в паре – это очень хорошо для тех, кто в поиске, для тех, кто в отношениях и состоит в браке. Это крепкий союз, верность, сильная, крепкая любовь. Вот. И пока я ей рисовала, и в тот момент, когда я уже отдавала эту картину, она вот буквально на днях нашла свою вторую половинку, вышла замуж, и сейчас у них есть дети. И это, я считаю, очень замечательно. Насколько повлияла эта моя картина, я не знаю, но хочется верить, что она принесла ей только положительное что-то, какое-то чудо свое маленькое эта картина совершила. Вот, ну, на этом все, на такой вот позитивной ноте я заканчиваю. Всем желаю добра, любви, прекрасных взаимоотношений с родными, близкими и со своими вторыми половинками, огромной, большой и чистой взаимной любви, благополучия, крепкого здоровья и достатка. Все, на этом все. До новых встреч. Пока-пока.